поединении большинством прямо по линию Ленина нашел, кто сюда пришел, кому хорошо. В телефоне. Телефон это не сейчас, это завтра. Вот что сейчас требуется. Все машут и на вас смотрят, вы не машете. Так нельзя. Давай, пианист. Yeah.
Помню, как раньше жил. И нет уже с тобой на маху. Лучше бы с черепахой жил. Еще до большей красоты. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем твои золотые купола? Москва, по ком звонят твои колокола? Для меня деньги бумага, для тебя свобода на американскую мечту. Сегодня мода. К этой мечте стремишься ты работать роботом ради бумажной мечты. Ты менеджер среднего звена, ты не работаешь под, ты работаешь на. Твой этот век, твоя компьютерная эра. Главное не человек, не его карьера. У тебя горизонты не такой, как всегда. Ты работаешь, не помните. У тебя горизонты не такой, как всегда. Ты работаешь, не помните.
Байстер, пока монитор не наслед. И пускаю тебя, уже не стоит за то начальник. Тебя благодарит, я не спорю, бабки нужны Симы всегда. Но зачем так делают, это беда. Познакомился вчера с девушкой одной. Внешность так себе, мура, характер заводной. Выпили всего грамм 300, тут случилось но. И я еще танцую дристы, а она в говно. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Выходной тоже случай был. Познакомился с одной, как зовут забыл. Выпили всего-то 6 бутылей майот. А она не может сесть и под стол блюет. По-моему, это баба не моего масштаба. По-моему, это баба не моего масштаба. Не поспоришь, сука, как ты не кричи. И бессмысленна наука, и молчат врачи. Нет найти такую бабу, что мне по плечу. Будущая верю слабо. Лучше подрочу. Напишу припев, попрошу, чтобы перезажить ваши. Выдавая, ты моя. Которая охраняет это мероприятие. Помогите девушке выйти. Вы нам лифчик, а мы вам тоже кое-чего. Ловил я много разных рыбок. Я знаю клевые места, где море, где печеку и так. Поймать чего-то, как с куста. Но только ты, рыба моя, не шли. Только ты, рыба моя, не шли.
стой, на чем я остановился? Ловил я много? Ловил я часто. Пираний тоже я ловил. А как-то раз с огромной пастью попался прямо. Крокодил, вот он лежит. Конечно, но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты. Только ты. Вот теперь вы знаете, что нужно делать, чтобы попасть на сцену. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смирно пьюсь, если хуёво жрать, будь пиздечий ваш люд. Друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально, супер гуд. Тогда, окей, да, там у нас другой запланирован, ну хуй с ним, да. Раз, два, три, ба-ба-бам, ба. Все давно всем объяснили. Объяснили очень внятно и конкретно. Или-или. Мы всех лучше, мы всех краше, всех умнее и бодрее. И орел двуглавый лей над простором всех морей. Ошибается пусть враг. Он как змей хитер и гидок. Он распространяет мрак. А мы хуярим только светом. Без любви и доброты. А те, кто не уверен в этом, пусть закроют свои рты. Если нет, то и хуй с ним. Сейчас ее мы повсеместно, честно, блять, распространим. Пусть прессует, пресса льет ушатый нагло лжи. Кто тут, сука, блять, агрессор? Где, блять, чё, блять, покажи? Да, 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 да
подходящего. Отменили слова некрасивые. Все красиво и ненавязчиво. Что же с нами со всеми осталось? Все победит и напалось. Собственно, денег уже не осталось. Все по пенису и напалось. Все по пенису и напалось. А я... Вокруг ни на что не похожие, бытие не сложилось пазлами, и неназванные междуножие, да и фиаско по-русски не названо. Вот он, тот самый риторический вопрос. Что же с нами со всеми сталося? Все по пенису выдавало за слово, но нет уже, не осталось. Все по пенису выдавалось, все по пенису выдавалось. Очень добры, подсветите мне уши. Я хочу слышать, но не хочу слушать. А где нет вопросов, всегда есть ответ. Пламенный кат, пионерский привет. Пионерский привет, пионерский привет. Пионерский привет. Выйдем, да? Не уходим, гримерки, сюда и туда. Через 2 минуты будет бис, да.
Алкоголик и придурок! 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 Давайте! Спасибо!